Все знают, что будет, если ремни не дотянуть. Они будут просто свистеть. А что будет, если перетянуть? Как оказывается, не все об этом знают. Когда машину купил, ремни были сильно перетянуты. Соответственно, разбило ролик натяжителя кондиционера. Причем очень сильно. Пришлось его менять. Также из-за перетяга ремня подшипник генератора, передний, особенно передний, издавал хрустящий звук. Генератор был разобран, продиагностирован, и подшипники были заменены. Также в гидроусилителе при замене переднего сальника были обнаружены потертости подшипника скольжения. Это все произошло из-за того, что ремни были очень сильно перетянуты и, соответственно, давили на шкивы. Сейчас снимем крышки ремней, и я покажу, как должны быть натянуты ремни. Крышки скинул. Эти ремни, которые сейчас установлены на автомобиле, отходили более 120 тысяч. Подшипник натяжителя кондиционера отходил тоже где-то 120-125 тысяч. Он был поменен раньше, чем ремни. Из-за перетяга первыми страдают ремни, начинают махриться из-за того, что сильно перетянуты волокна в них. Потихонечку лопаются, и в один прекрасный момент ремень из-за этого может порваться. Как должны быть натянуты ремни? При натяжке ремень должен с небольшим усилием вот так вот прогибаться. У него должен быть свободный ход, но при этом с небольшим усилием. На кондиционере то же самое. Он потоньше, поэтому он чуть-чуть легче прогибается. Когда ремень натянут таким образом, он спокойно ходит весь срок службы. И износ минимальный. Единственное, что на него влияет, это время. Чем чревата перетяжка этих ремней? Пока они новые, они начинают усиленно давить на подшипники. Подшипники начинают люфтить. Из-за этого очень быстро разваливаются. Это влияет как на генератор, так и на ГУР. И особенно на вот этот маленький ролик натяжителя кондиционера. Всем спасибо, всем пока.